Ограничительные меры в борьбе с эпидемией обсуждали сегодня в Доме правительства. Поддержка предусмотрена социально уязвимым категориям граждан и бизнесу, приостановившему свою работу. Подробности у Дмитрия Ковалева. Пока обстановка требует работать в удаленном режиме. В Рио главы региона и члены правительства соблюдают установленные ими же рекомендации. В зале заседаний не больше 30 человек, включая телеоператоров. Уже на протяжении 3 недель рабочие совещания транслируют в интернете. Для того, чтобы сообщать информацию оперативно, в прямом эфире нашего телеканала выходит сразу 7 новостных выпусков. Ситуация с коронавирусом меняется стремительно. Только в режиме самоизоляции в республике находится более 500 человек. Контроль за теми, кто должен сидеть дома, усилят. Такие меры вполне оправданы. В постановлении, которое будет вручаться людям, которые будут находиться на самоизоляции, включили дополнительный пункт, что они обязательно постоянно должны иметь с собой мобильный телефон, потому что именно мобильный телефон является инструментом реализации режима дистанционного электронного контроля. 542 человека, это мы с вами должны иметь, что в любой момент из этого количества людей кто-то может дать положительный результат. А это автоматически по цепочке тянет количество наблюдаемых.